А перед просмотром моего видоса, друзья, обязательно подпишитесь на канал Тёмыч. Здесь вы увидите не только прохождение и обзоры таких игр, как Mortal Kombat, MotoStorm Apocalypse, Gran Turismo 6, Праздник Спорта, ну, а также обзоры таких новинок, как смартфон Samsung Galaxy G16, игровая мышь и китайские часы. В общем-то, друзья, контент действительно разнообразный, и вы не будете скучать. Ссылочка расположена в описании, обязательно подписывайтесь и поддерживайте парня. Всем привет, дорогие подписчики, зрители, гости канала, друзья, с вами по-прежнему Диман. Сегодня в данном видосе по GTA 5 мы будем выполнять челлендж Water Bottle Flip Challenge, который запустил у нас американский ютубер Адам. Он, вы как видели в начале, выполнил данный челлендж, скинул бутылочку с большого и высотки на истребитель, друзья. Ну и сегодня я решил попробовать выполнить данный челлендж, но уже на полосе аэропорта заброшенного и поставил, как вы видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столов и разные бутылки вообще, которые бывают в GTA 5, друзья. В общем-то, посмотрите, там, как вы видите, я поставил, по-моему, если я не ошибаюсь, 6 бутылочек с песком, вот большого размера здесь, получается 7 пустых бутылочек, ну и здесь уже пошли разновидности разных бутылок, и виски, и кола, и чай, и коньяк, и разбитые, кстати, вот тоже бутылочка есть, но, к сожалению, друзья, что я хотел сказать, это то, что поначалу, когда я хотел записать данный видос, у меня нифига не получалось, бутылки просто не могли даже и сдвинуться с места, все потому, что нужно было их немножечко настроить, и наконец-то я таки это сделал, друзья, и сегодня мы будем выполнять данный челлендж, и у нас должно все получиться. Задача на этот видос хотя бы, чтобы одна бутылочка сделала пару кувырков и приземлилась на донышко или же на горлышко, что будет вообще супер, друзья. Ну и я думаю, что пора уже начинать, как видите, здесь достаточно много бутылок, и я думаю, у нас все должно получиться. Если же я выполню данный челлендж и передам его именно вам, друзья, ну, выполнят его, мне кажется, только самые стойкие, кто... Короче, заморочиться и настроить данные бутылочки как надо, чтобы они приняли динамический вид и больше, ну, не были приварены к столу. Короче, друзья, погнали выполнять данный челлендж. Я, в принципе, выбрал Франклина, и мы будем сбивать их мячиком, потому что в GTA 5, к сожалению, бутылки кидать нельзя, ну, а мячиком можно, в принципе, их сдвинуть, и они полностью, ну, могут сделать кувырок и приземлиться как мне надо. Вот какого фига она... Вот долбоёб. Чмо, блин. Господи, всегда забываю убирать моды из реальной жизни, потому что в реальной жизни у меня стоят моды на то, чтобы меня, конечно же, арестовывали и постоянно секли. Поэтому, друзья, как вы видели, проехали менты. Ладно, давайте начинать. В принципе, первая бутылочка у нас именно вот такая и... Да уж. Да уж, бывает и такое, друзья. Но некоторые бутылки можно вообще разбить, некоторые бутылки будут падать в текстуры, а некоторые бутылки будут вести себя как и надо. Ну, скажем так, это будет первый этап, в котором мы поймем, с какими бутылками можно работать и с какими нельзя. Поэтому погнали выполнять его дальше. Так, вот эта бутылка, как вы видите, ну, более-менее, кстати, неплохо. Неплохо себя показывает, и вы посмотрите на нее. Вы посмотрите, друзья, она как бы, можно сказать... Что-то типа с водой, но, к сожалению, она с песком. И становись! Да, друзья, да, вы посмотрите, мы выполнили данный челлендж и... Нет, эта бутылка падает. Но вот эта бутылка, она остановилась, и, кстати, она остановилась так, как нам надо. А это на горлышке остановись. Вот, блин, вот практически же выполнили, да? И, кстати, вторая бутылка также остановилась, и мы, в принципе, друзья, ну, уже, скажем так, выполнили данный челлендж на двух бутылках из пяти. Но, в принципе, это не важно, я хочу большего, я, конечно же, буду пробовать со всеми это выполнять. И с банкой, как вы видите, ну, неужели на горлышке будет? Ладно, давайте выполнять далее, посмотрим потом, что будет из всего этого. Так, это упало, понятное дело, так, это... Это просто у нас упало, друзья. То есть, вы видите, некоторые бутылки, которые с песком, именно вот так вот переворачиваются. А некоторые, кстати, банка непонятно как себя ведет. Но она упадет, поэтому мы с ней не выполним челлендж. Так, вот это вот. Некоторые просто падают, друзья. Ну, а некоторые падают, да и делают кувырки. Кстати, неплохие кувырки, кстати, да? Так, давайте, ладно. Так, тихо. Вот так вот. И... Воу! 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 Почти как надо мне было. Так, ладно. Давайте дальше. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, промахиваюсь, друзья. Тихо. Да, ну, некоторые бутылки, кстати, вот так себя и ведут, поэтому сбить их просто нереальшен, поэтому мы даже и не будем пробовать, бросаем ее. Так, это вообще какой-то непонятный стаканчик с сперматозоидами, да? Так, так,
Не, его тоже сбить нереально, так что ладно, хрен с ним на него. Вообще наплевать. Кстати, я удивлен в том, что мы еще ни одну бутылочку не разбили, потому что перед тем, как я это выполнял, у меня столько бутылок поразбивалось. Так, это вообще упало, как непонятно кто. Так, это получается статичное, да? А, нет, это даже разбивается, друзья. Вот первая разбитая бутылка, только что сказал, и вот это тоже, походу, разобьется, да, друзья? Так, нужен. Ну, вот сейчас на. Не, вот она сейчас разобьется, смотрите. Прям по горлышку сейчас долбану. Ладно, хрен с ним, пускай. Бросаем ее. Так, вот эта бутылка. Ну, так, мне уже не нравится то, что сюда едут эти дебилы. Так. Вот так вот. Ну, и тех мы тоже уберем. Нахрен они нам 300 лет не нужны. Так, все отлично. Так, погнали дальше выполнять. Так, вот эту мы поняли, что нельзя сдвинуть, эту нельзя сдвинуть. А вот эту, мне кажется, можно разбить. Да, я был прав, друзья, разбить ее можно, поэтому ничего страшного. Так, ладно, смотрим дальше. Кстати, во втором этапе мы будем... Опа-на, вот эту мы сбили, отлично. Во втором этапе мы выберем именно те бутылки, с которыми можно работать. Но не вот такие, которые просто падают, и даже с ними ничего не сделаешь. И пойдем в город, и будем что-то делать интересное в плане того... Зараза, вот вы посмотрите, друзья, у меня кончились, как вы видите, шарики, да? Ладно, хорошо, давайте с патронов попробуем позбивать их. Так, это, ладно, это разбивается. Вот это не разбивается, отлично, но она падает не так, как мне надо, это разбивается, так, ладно, хрен с ним. А если попробовать сейчас, знаете, не мячиками, а вот, допустим, чем бы, давайте вот снежком попробуем сбить. Блин, они из-за того, что много вот этих вот мячиков здесь, да, а из-за этого я не могу использовать в дальнейшем тоже, опять-таки, те же мячики. Блин, вот плохо на самом деле. Ладно, давайте мы сейчас попробуем, вот такой домовой шашкой, да? Ну, наверное, тоже не получится. Ладно, понятно. Тогда будем вот так вот бить. Так, эти разбиваются. Вот, я тебя понял, как бы. Давайте вот так вот по горлышку, и она делает... К сожалению, не кувырок, и мало чего получается у нас. Так, вот это тоже не получается, ладно, хрен с ним. Короче, друзья, я понял, что вот с более-менее вот такой вот Water Bottle Flip Challenge можно выполнять именно с вот такими вот бутылками, как вы видите, друзья, да? Так, отлично, вот так вот, отлично, друзья. Потом посмотрим, что из них, в принципе, остановилось и как остановилось как надо, короче, друзья. Так, все отлично, погнали. Так, вот эта бутылка, она, как вы видите, да, она пропадает. Ну что же, могу сказать, друзья, вот с такой тоже можно будет поработать. В первом этапе мы поняли, что вот именно вот такие вот бутылочки, с ними можно попробовать выполнить данный челлендж в большом каком-нибудь там месте, где-нибудь где-то с большой высоты или что-то типа того, друзья. Но вот с такими бутылками, к сожалению, работать нельзя, потому что они либо разбиваются, либо вообще статичные, и их даже сдвинуть нельзя. Ладно, хрен с ним, пошли и посмотрим, что там с теми-то, как они остановились. Ага, друзья, как вы видите, друзья, ни одна бутылка, в принципе, не легла так, как на наты, но зато челлендж мы выполнили вон с тремя из этих бутылок, и поэтому погнали в город, сейчас что-нибудь придумаем эпичное и будем выполнять этот челлендж уже в городе, друзья. Так, пацаны, ну что же, мы вернулись в город, вы видите, что я расставил несколько бутылочек именно в городе на разных местах. Смотрите, вот тут одна бутылочка, здесь бутылка, вон там бутылка, ну и последняя, по-моему, здесь бутылка. То есть, друзья, мы сейчас будем смотреть, какие бутылки мы собьем. Ой-ой-ой, чуть не упали. Мы собьем и не приземляться на горлышко, ну или как, в принципе, положено. Да, к сожалению, нельзя кидать, вот это главный минус в GTA 5, но зато можно вот так вот повеселиться и попробовать выполнить данный челлендж. Так, отлично, сбиваем ее и... Ну, в принципе, друзья, неплохо, да, я могу сказать вам. Так, ну, он не сдохнет, поэтому нормально все. Так, ну, потом, как она остановится, мы посмотрим, что, в принципе, произошло. А мы сейчас попробуем сбить вот эту вот бутылочку. Ой, тихо. Слишком высоко, надо пониже взять. Чуть-чуть повыше. Ё-моё. О, отлично. И она как солдатик упала, друзья, солдатиком упала, поэтому как бы там... Глубоко и плохо не звучало, но, к сожалению, что-то не задалось. Так, давайте попробуем вот туда докинуть. Да, не, мне кажется, нужно при помощи мода потом туда забраться и попробовать, конечно же, ее сбить наоборот вниз. Так, ну, вот эта бутылочка 0, вот эта бутылочка, как вы видите, тоже 0, к сожалению. Ладно, погнали, тут у меня, в принципе, на светофоре также есть еще одна бутылка, которую мы также попробуем сбить. И у нас, в принципе, получается это сделать с первого раза, и она падает. Потом узнаем, как она упала, а погнали пока что собьем вот данную бутылочку, которая стоит у нас на скамейке, друзья. Давайте попробуем, наверное, таки ее прям вот так вот вниз, под пердачок сдвинуть, вот так вот. О, отлично. Блин, это была глупая идея, на самом деле, друзья, она упала и вообще никакого эффекта. Так, это 0, и вон та
тоже ноль, к сожалению, к моему глубочайшему сожалению, у нас, к сожалению, с этими бутылочками, к сожалению, опять-таки, ничего не произошло. Так, давайте попробуем, в принципе, сбить последнюю бутылку и посмотрим, что из-за этого получится. Так, ну, знаете, что я думаю? Я планирую вот эту бутылку сбить в горлышко, да? Как бы в горлышко, прям вот в эту, в пробку ударить, и я думаю, должно все получиться. Отлично! Вау! Вы посмотрите, как она летит, господи. Блин, она упала, друзья, и никакого эффекта вообще не произошло, как вы видите, да? То бишь, она вообще упала и ноль. Она приземлилась, как вы видите, на бок. Очень печально, и еще раз очень печально. Так, давайте тогда попробуем еще парочку таких вот экспериментов, и уже тогда сделаем окончательный вывод. Так, друзья, ну что же, я, в принципе, расставил еще парочку таких бутылок в городе, и давайте попробуем их сбить теперь. Вот смотрите, я поставил на голову вот этих вот наших обреченных, скажем так, и попробуем сбить их с головых, да? Давайте вот так вот. О, отлично. Так, и тебе тоже. В мордяку, замечательно. Так, 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 так. И вот тоже вот это попробуем сбить, друзья. Посмотрим потом, что с ними стало. Как бы станут ли они так, как нам надо, или же нет. Ну и вот. Давайте вот так вот. В лысину прям. Вот так чуть-чуть, чуть-чуть. О, отлично. Нет, она упала, друзья, она упала. Ну, блин, она была так близка к выполнению данного челленджа. Ну ладно, хрен с ним. Так, еще одна бутылочка вот здесь. Давайте прям в горлышко. Собьем ее. Ой-ой-ой, куда она полетела? Вторая бутылочка, точнее, какая-то там пятая, наверное, вот там вот. Не докидываю, что ли? Да ладно тебе. Чуть-чуть же не хватает. Ну же. Да, сбил ее. Отлично. Вау, как она упала, друзья, на самом деле. Так, вот еще одна здесь бутылочка. И последняя, по-моему, где-то вот... где-то на светофоре. А, вон она, друзья, вот она. Так, ладно, давайте смотреть, что там. Они уже, по сути, остановились, да? Как бы... Вот эта бутылочка стоит, ну, а, это мяч, подожди, это мяч, а где бутылки тут? Стоп, а где бутылки-то? А, вот они, вот одна бутылка, вон вторая бутылка, друзья, к сожалению, и вон, по-моему, третья, нет, то не третья бутылка. Короче, с этими бутылками, к сожалению, так и не удалось выполнить челлендж. Так, здесь что у нас тут? Здесь упало не так, как надо. Потом, по-моему, здесь также не так, как надо упало. Хорошо, погнали дальше, посмотрим на последние бутылки. Так, 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 так. Здесь что у нас? Здесь непонятно что. Господи, я еще и бутылки не могу найти нормальные. Да, это наши как бы. А, здесь тоже не так, как надо упало. Ну и последняя бутылка, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я думаю, мы и с этой бутылкой облажались, потому что я ее даже найти не могу. А, вон она, друзья, валяется. Ну, блин. Что хочу сказать, друзья, ну вот с этими бутылками можно, в принципе, что-нибудь поднавыдумывать, сделать какой-нибудь эпичный Water Bottle Flip Challenge в GTA 5. Ну а вообще мы, как бы, можно сказать, выполнили челлендж в начале данного видоса, когда испытывали в первом этапе бутылки разного вида. Поэтому, друзья, если вы хотите что-то типа подобного видоса еще раз в GTA 5, то обязательно ставьте лайки, давайте наберем 3000 лайков на данном видосе, друзья. Ну и пишите в комментариях, получилось ли у вас данное выполнение челленджа. Если же нет, то не расстраивайтесь, у вас все получится. Ну а с вами был Диман, как всегда. Всем удачи и всем пока. Подписывайтесь обязательно на канал, друзья.